Я очень рад, что вы постепенно, наши врачи, кто был причастен к этой войне, постепенно возвращаетесь к привычной жизни. Можете, наконец, обнять своих детей, кто-то жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Я убежден, разлука далась вам нелегко, но вы добровольно пошли на это ради верности вашему профессиональному долгу. Вы рисковали собой. И речь не только про опасность заразиться ковид, но и физические, про эмоциональные нагрузки, про бессонные ночи у постели самых сложных пациентов. Сегодня исторический день, воистину исторический. Впервые мы будем вручать государственные награды людям одной профессии. Медиков, которые боролись с коронавирусом, последние дни заслуженно чествовали по всей стране, вы это заметили. Знаете, у меня великая мечта неосуществимая. Я хотел бы пригласить, не знаю куда только, потому что у вас сотни тысяч, всех наших работников здравоохранения и поблагодарить. Но поскольку это невозможно было, я поручил всей вертикали власти снизу доверху встретиться и поблагодарить тех, кто боролся с этой бедой. Так мы и сделали. Сегодня кульминация. Во Дворец независимости приглашены врачи из разных регионов Беларуси. И я рад возможности лично поблагодарить вас и в вашем лице всех медицинских работников страны за самоотверженный и даже героический труд. Подчеркиваю, я лично хочу вас поблагодарить. Пульмонологи, инфекционисты, врачи других специальностей, экстренно освоившие новую для себя специализацию, реаниматологи, врачи первичного звена и скорой помощи, медицинские сестры, младший персонал, помощники и фельдшеры, специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи лабораторной диагностики, ученые, главные врачи, руководители, организаторы, работники Министерства здравоохранения. Все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели, не жалея себя. Порой, поначалу, даже не осознавая, что будет завтра. Отдельно я хочу поблагодарить студентов старших курсов медицинских вузов. Они еще даже не успели дать клятву белорусского врача, но уже выполнили все пункты этой клятвы. Встав плечом к плечу с дипломированными специалистами, ребята показали, что выросла достойная смена. Медики, для которых важнее всего на свете гуманизм и верность выбранной профессии. В этот торжественный день я желаю всем медицинским работникам, их близким, прежде всего здоровья, а еще счастья вам и благополучия. Живите долго. Будете жить вы, будет жить нация. Мы пережили сложный период, но благодаря этому смогли еще раз увидеть и оценить, какие необыкновенные люди живут среди нас. Еще раз благодарю вас за все то, что вы сделали, но расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Мы накопили огромный опыт этой борьбы, это не работа, это была борьба. Накопив этот опыт, мы должны сделать все, чтобы в будущем ни второй, ни третьей волны в Беларуси не было. А если, не дай Бог, что-то случится, чтобы мы уже подготовленными смогли встать вместе и защитить наш народ.